Сегодня с рабочим визитом Котлас посетил заместитель губернатора Архангельской области Сергей Пивков. В 2024 году областное министерство спорта решило возродить советы по спорту в городах нашего региона. Это позволило активнее решать вопросы, связанные с физической культурой и спортом. На встрече в агентстве регионального развития «Мой бизнес» собрались активисты спортивного сообщества Котласа. На встрече обсудили планы развития на ближайшие 5 лет. Подробнее о встрече Сергея Пивкова и спортивного актива города расскажем завтра в нашем сюжете. Редактор